На шкалу смотри. Ноу-хау от уральских школьниц. Ученицы Назарбаев интеллектуальной школы предложили производить экологически чистые биосалфетки и офисную бумагу. Идею юных новаторов отметили на международном конкурсе научных проектов в Турции. Адия и Асима задействовали различные реактивы для создания первых образцов бумаги. Сейчас школьницы работают над дальнейшим совершенствованием инновационного проекта. Они отмечают, что биобумагу из конского навоза можно будет производить даже в промышленных масштабах. Это позволит не только сохранить леса, но и развивать перерабатывающее производство. В прошлом году я летом с семьей поехала на ближайшую ферму и отметила, что отходы жизнедеятельности животных просто выбрасываются. Кроме того, каждый день по телевизору сообщают об исчезновении лесов, и поэтому я спросила у учительницы, что мы можем сделать, чтобы приносить пользу обществу. К примеру, можно ли сделать бумагу? Я считаю, что будущее у этой разработки есть. В сырье есть целлюлоза, древесная основа. Этот метод можно автоматизировать. Конечно, надо провести дополнительные исследовательские работы, чтобы максимально повысить качество бумаги и увеличить степень ее тонкости. Сегодня в сельском хозяйстве много отходов, но что главное, есть возможности эффективно их использовать.